что отец девушки не пускал этого парня домой. 그래갖고 그 여자친구는 어디에서 청년을 맞이하냐면 문을 중간에 두고 이렇게 맞이하는 거예요. И поэтому девушка встречает его вот возле ворот. Они стоят, и между ними стояли ворота. 그러니까 이렇게 대문이 이렇게 쇠창살처럼 돼 있는 대문 있잖아요. 이렇게 이렇게 중간중간 공간이 있는. Да, вы же знаете, да? Представляете такие ворота в виде клеток. 그런 대문을 두고 그 청년하고 이 아가씨하고 둘이 포옹을 합니다. И вот, и интересный очень такой момент, посередине стоят ворота, а они через ворота, сквозь ворота обнимают друг друга. 그리고 그 대문 사이에 또 매일같이 서로 입을 맞춰요. И вот они вот через ворота каждый день целовались. 근데 보고타에는 날이 좋은 날도 있지만 비가 오는 날도 많이 있었거든요. Но в Богота, знаете, бывает не только хорошая погода, но и бывали дождливые дни. 비가 오는 날은 그 청년이 큰 해안가에 놀러 갈 때 쓰는 우산 있잖아요. 그 우산을 대문 위에다가 걸쳐 놓습니다. А вот когда идет дождь, то парень приносит огромный зонт, да, который обычно люди используют на пляже, и он как-то этот зонт ставит на этих ворот. 비 오는 날도 와요. Даже когда идет дождь, он приходит к своей девушке. 그래갖고 큰 우산 밑에 둘이 대문 사이에 이렇게 껴안고 뭐 10분이고 20분이고 30분이고 껴안고 있어요. Да, вот, и под большим зонтом, да, и сквозь ворот эти парни, молодая пара, обнимают друг друга и так стоят там полчаса, часами. 하여튼 매일 오는 거예요. Да, буквально, в прямом смысле парень приходил каждый день к своей девушке. 그래서 한 번은 제가 그 청년한테 다가가서 물어봤어요. И однажды я подошел к этому молодому человеку и задал вопрос. 어, 청년 안녕하세요. Ой, молодой человек, здравствуйте. 어, 예, 안녕하세요. Да, здравствуйте. 아, 내가 요 앞에 있는 교회 목사인데 하나만 물어봅시다. Вот я пастор с той церкви напротив. Я хочу вам задать вопрос один. 예, 물어보십시오. Да, пожалуйста, задавайте вопрос. 아니, 내가 거의 1년 동안 지켜봤는데 매일같이 저녁 8시마다 오는데 도대체 어디서 옵니까? Вот я наблюдаю за вами уже целый год, и каждый день в 8 часов вечера вы приходите сюда. Вы откуда вообще едете? 아니, 매일 오면 이거 힘들지 않아요? Разве это не тяжело каждый день вот приходить? 아이고, 목사님, 힘 안 듭니다. Пастор, ну здесь это не составляет никакого труда. 어, 그러면 거기서 어디서 오는 거예요, 매일? 일 마치고 오는 거죠, 직장에서. Так откуда ты приходишь? Ты с работы, получается, приходишь сюда? 그럼 직장에서 여기 오는데 얼마나 걸려요? 한 시간 반 정도 걸립니다. Да, сколько времени тебе это займет? Ну, обычно полтора часа я сюда еду. 아니, 한 시간 반 동안 매일 옵니까? Ты вот, получается, каждый день полтора часа едешь сюда. 아유, 목사님, 제 여자친구가 사는데 매일 와야죠. Пастор, тут живет моя девушка, я должен каждый день приезжать. 아니, 여기 오는데 뭐 피곤하거나 힘들지 않습니까? А вы не устаете, пока едете сюда каждый день? 목사님, 뭐가 힘듭니까? 제 여자친구가 여기서 사는데. Пастор, что тут тяжелого? Здесь живет моя девушка. 그 친구는 하나도 피곤하지 않다는 거예요. То есть парень вообще не знает усталости. 제가 그때 그 청년을 통해 배운 게 하나 있습니다. И знаете, в этот момент я чему-то научился от этого парня. 사랑의 힘은 거리를 짧게 해주는구나, 그걸 배웠습니다. Я понял, что сила любви укорачивает дистанцию. 정말 우리 형제자매님들이 예수님을 사랑하시면 이 마음의 거리가 내가 뭐 어디에 살든지 그것과 상관없이 아주 가까이 교회를 가까이 하실 수 있습니다. Да, если вы, братья и сестры, любите Иисуса Христа, то независимо от дистанции, вы можете всегда находиться рядом с церковью. 그래서 제가 그 청년 보고 많이 배웠어요. Я многому научился от этого молодого человека, этого молодого человека. 진짜 거리가 멀다는 건 문제가 되지 않는구나 하는 걸 배웠죠. Да, я понял, что дистанция не может составить, ну, не может вызвать проблему. 제가 코스타리카에서 살 때 어떤 한 가정을 만났습니다. И когда я проживал в Коста-Рике, то встретил там одну семью.
이제 그 가정에게 제가 복음을 전해드렸어요. Я проповедовал Евангелие этой семье. 복음을 들으시고 나서 너무 기뻐하셨습니다. И вся семья обрадовалась после Евангелия. 야, 어느 날 저를 목사님 우리 옆집에 이웃이 있는데 나하고 같이 성경 공부를 갑시다 해서 제안해하고 저하고 같이 따라갔습니다. И вот сосед однажды, ну, этот человек приходит и говорит: пастор, у нас рядом живут соседи, может быть, со мной вы поедете с ними пообщаться? И мы с женой поехали к ним. 그냥 평범한 가정이었습니다. Да, это была обычная семья. 그래서 그날 요한복음 4장 이야기를 그냥 해드렸어요. 사마리아 여인에 관한 이야기를. Да, и в этот день просто через Евангелие от Иоанна 4 главу рассказал о женщине перелюбодейке. 근데 이 부인이 그 이야기를 듣더니 막 우는 거예요. 제가 깜짝 놀랐어요. Но когда она выслушала эту историю, то вдруг расплакалась. Я очень сильно удивился. 그래 제가 이야기했죠. 아유, 제가 신뢰되는 말을 안 했는데 왜 이렇게 우십니까? Тут ничего вроде бы такого, да, не говорил вам. Почему вы плачете? 그냥 이렇게 눈물 흘리는 게 아니라 막 하면서 막 우는 거예요. Она не просто прослезилась, она начала горько рыдать. 그래 제가 이제 좀 우시도록 가만 놔뒀죠. Но я оставил ее на некоторое время, чтобы она расплакалась. 그래 이제 성경 공부를 마쳤는데 저한테 그러는 거예요. 목사님, 나는 이 사마리아 여자가 누군지 알겠어요. И после уже общения она говорит: пастор, я теперь поняла, кто такая прелюбодейка. 누구라고 생각하세요? Как вы думаете, кто является прелюбодейкой? 바로 접니다. 그러는 거예요. Это я, она говорит. 성경 공부 딱 한 번 하고 после одного общения. 그래 제가 깜짝 놀랬죠. Я был удивлен. 그래 제가 그분하고 아이고 우리 일주일에 한 번씩 같이 성경 공부하시죠. 하나님이 당신에게 축복하실 겁니다. И я сказал: давайте раз в неделю будем общаться регулярно. Я уверен, что Господь вас благословит. 그래 제가 매번 성경 공부할 때마다 쭉 하나님의 뜻을 설명해 드리고 이분이 마음의 예수님을 정말 구주로 영접하셨어요. Да, и каждый раз я объяснил ей о воле Бога, и в конце концов она приняла Иисуса Христа как своего спасителя. 그리고 이분이 이제 교회를 이렇게 나오시다가 시간이 얼마 지나서 목사님, 우리 남편도 이 귀한 말씀을 들었으면 좋겠습니다. 우리 집에 한번 오세요라고 초청을 했습니다. И после этого она начала ходить к нам в церковь. И через некоторое время она говорит: пастор, было бы хорошо, если бы мой муж тоже услышал это слово и пригласила меня к себе домой. 그래갖고 이제 제 아내하고 저하고 그 집에 이제 성경 공부를 갔죠. 그래 그 집에 거실에 앉아 있었는데 막 방 안에서 막 부부끼리 싸우는 거예요. 우리를 초청한 자매님하고 남편하고 막 큰 소리로 싸우는 거예요. Да, и мы поехали к ним в гости с моей женой, и мы сидели в гостиной и ждали. И вдруг мы услышали шум ссоры между этой сестрой и мужем. 여러분, 만약에 누가 여러분 초청했는데, 그래서 그 집에 갔는데, 그 집 주인들끼리 막 방 안에서 싸우면 기분이 어떠시겠어요? Да, вот вы представляете, вас пригласили в гости, и вы пришли к ним. А вот хозяева ссорятся между собой, и вы слышите, и... Как вы будете себя чувствовать? 제가 거기 있어야 되는지 빨리 나와야 되는지 잘 모르겠는 거예요. Да, и я тоже самое, да, подумал, мне надо сидеть или выйти. 아니, 그런데 조금 있다 그 자매님이 울면서 막 나오는 거예요. 막 울면서. И через некоторое время эта сестра вышла, да, со слезами. 목사님, 우리 남편이 만나기 싫대요. Пастор, мой муж отказывается встретиться с вами. А, 이거 어떡해요, 목사님? Как мне быть, пастор? 그래 제가 그랬죠. 아, 뭐 어떡해요? 걱정하지 마세요. 그래 남편 안 나온답니까? Ну, а что ж тут делать? Не переживайте, сестра, ваш муж не хочет выйти. 안 나오겠대요. Да, он отказывается. 뭐 남편 안 나오면 제가 방으로 들어가면 되죠, 뭐. Если он не хочет выйти, то я войду к нему в комнату. 아니, 방으로요, 목사님? Ой, вы собираетесь к нему в комнату зайти? 아니, 가기 전에 인사를 하고 가야 될 거 아니에요. Мне нужно хотя бы попрощаться перед тем, как выйти. 그래갖고 제가 그 방문을 열었어요. Я просто взял дверь и открыл эту комнату. 열었는데 Когда я открыл эту комнату. 어떤 등치 큰 사람이 침대에 누워 있어요. И там на кровати лежал здоровый человек. 온몸에 막 가슴에 털이 얼마나 많은지 저는 그렇게 온몸에 털 많은 사람은 처음 봤어요. 난 고릴라인 줄 알았어요. У него на груди было много волос. Я
такого косматого человека еще ни разу не видел. 너무 털이 많아서 깜짝 놀랐어요. 나는 진짜 깜짝 놀랐어요. И знаете, я аж испугался немного от того, что у него было много волос на нем. 또 근데 거기에 보니까 또 아들까지 침대에 누워갖고 아들은 또그 가슴에 떡 있는 거예요. И знаете, вот рядом с ним лежал его сын, и а сын прямо на груди его лежал. 그 옛날 만화책에 보면 포스터 중에 정글북이라고 하는 포스터가 있는데 거기에 보면 그런 비슷한 그림이 나와 있습니다. Вот когда вы смотрите на афишу от старых мультфильмов, есть такой мультфильм «Книга джунглей», и там есть похожий рисунок. 제가 그래 문 열고 들어가니까 저를 보더니 누가 내 방에 들어오라 그랬냐면서 막 소리를 지르는 거예요. И когда вошел к нему в комнату, и он, увидев меня, начал кричать: «А кто вам сказал войти в комнату?» 아 제가 그랬죠. 아유 그냥 좀 이렇게 안정하세요. 아 인사나 하고 내가 가야 될거 아닙니까? 그래서 들어왔습니다. И я ответил: «Ну, успокойтесь, я хотел бы попрощаться хотя бы перед тем, как вернуться, поэтому решил войти».누가 내 방에 들어오라 그랬냐면서. «Да кто тебе сказал войти в комнату?» 저 동양인이 왜내 방에 들어오냐 그러면서 막 소리를 지르는. И он начал кричать: «Что этот азиат делает в моей комнате?» 그래, 아, 네, 조용히 인사하고 가니까 걱정하지 말라고 Я제가 говорю: «Не그랬어요. переживайте, я просто тихо с вами попрощаюсь и пойду.다음 주에 또 옵니다. На следующей неделе я опять к вам приеду в гости. 다음 주에 만납시다. Встретимся на следующей неделе». 그래서 제가 나왔어요. Я вышел из этой комнаты. 다음 주에 또 갔죠. И на следующей неделе я опять приехал к ним в гости. 그래 이제 또이 부부가 또 방에 들어서 막 싸우는 거예요. И супруги опять начали в комнате ссориться. 그래 자매님이 나오면서 막 울면서 아, 목사님 미안해요 막 그러는 거예요. И сестра опять, выйдя из комнаты, заплакала: «Ой, пастор, извините!»아유 걱정하지 마세요. «Не переживайте, сестра!»아유 우리 남편이 보고 싶지도 않대요. 빨리 나가시래요 목사님 어떡해요 막 그러는 «Да,거예요. может, даже не хочет с вами видеться. Он говорит, чтобы вы поскорее вернулись. Что мне делать?» 제가 그랬죠. 아유, 가기 전에 인사하고 가야죠, 제가. Но перед тем, как вернуться, мне нужно попрощаться с вашим мужем. 그래갖고 제가 그 방문을 또 열고 들어갔어요. И опять я открыл дверь и зашел в комнату. 저를 보더니 왜이또 동양놈이 왜 여기 들어왔냐 그러면서 막 욕을 하는 거죠, И저한테. он, увидев меня, начал ругаться: «Зачем этот китаец опять вошел в мою комнату?» 그래서 제가 진정하세요. 진정, 진정. Я내가 говорю:가기 전에 «Спокойствие,인사나 하고 спокойно.가야지. Хочу попрощаться перед тем, как вернуться домой». 제가 그랬어요. 다음 주에 또 옵니다. Я сказал: «На следующей неделе я опять приеду к вам в гости». 꼴도 보기 싫으니까 오지 말라는 거예요. «Нет, не хочу тебя видеть, не надо приезжать». 문도 안 열어주겠다는 거예요. «Я тебе даже двери не открою». 아유, 잘 있어요. 다음 주에 내가 또 옵니다. 그리고 «Все, до갔죠. свидания, увидимся на следующей неделе». 그리고 그 다음 주에 가니까 거실에 와서 앉아 있더라고 딱. И когда я приехал к ним на следующей неделе, то он уже в гостиной комнате сидел и ждал. 그래갖고 그날 제가 성경 공부를 했어요. И в этот день все-таки я с ним пообщался через Библию. 고개를 푹 숙이고 한 번도 고개를 안 들고 말씀을 이렇게 듣더라고요. Да, и за весь общение он отпустил голову и просто молча слушал меня. 성경 공부 끝나고 나니까 다 끝났어요. И이야기하는 거예요. когда общение закончилось, он говорит: «Ну что, закончилось?»아, 다 끝났습니다. 그러나 다음 «Да,주에 내가 또 옵니다. закончилось, но вы не забывайте, что на следующей неделе опять приеду». 아무 대답도 안 하는 거예요. Он даже не ответил мне.그래 제가 다음 주에 또 갔지요. И на следующей неделе я опять, да, пришел в근데 гости к ним. 이번에는 딱 성경책도 갖고 거기 앉아 있는 거예요. А в тот раз он уже ждал меня с Библией. 그래서 제가 성경 공부를 했어요. И опять через Библию мы пообщались. 근데 네 번째 찾아가서 성경 공부를 했는데 막 우는 거예요. И когда мы четвертый раз с ним пообщались, он вдруг, да, прослезился. 키가 한 1m 85 정도가 됐습니다. Да, он ростом был примерно 1,85 м.
이분은 자동차 정비공이었어요. Да, он работал автослесарем. Бенц, BMW 자동차 최고 정비공이었습니다. Он был лучшим автослесарем, который ремонтирует такие дорогие иномарки, как Mercedes, BMW. 이 사람은 머리 남자인데 머리카락이 허리까지 왔습니다. Да, он мужчина, но он носил такую длинную прическу, да, аж волосы достигали до, да, до талии. 그래갖고 아침에 일어나면 이 머리를 정성껏 감아요. И знаете, каждое утро он их умывает очень аккуратно. 거기에다가 머리에다 주는 비타민제. И потом он возложит свои волосы вот средством, да, витаминами для волос. 남자지만 머리를 길게 뽑아갖고 이 이게 빗는 빗이 있거든요. 참빗이라고 아주 촘촘한 빗으로 이렇게 해요. И знаете, несмотря на то, что он мужчина, он каждое утро очень аккуратно, знаете, ухаживает за своими, скажем так, волосами, очень аккуратно расчесывает. 저한테 뭐라 그러냐면 자기는 아내 없어도 살 수 있지만 머리카락 없으면 못 산대요. И он говорит, я могу и обойтись без жены, но без волос никак. 전 그런 남자 처음 봤습니다. Я первый раз вижу такого человека. 머리가 엄청 좋아요. Да, и он очень умный человек. 그 가족은 전부 다 일곱 형제인데 다 완전 프로페셔널들이. Да, у него семеро братьев и сестер, и они все профессионалы в своем деле. 이분이 그 집의 막내 아들이었어요. И он был самым младшим из них. 근데 그날 말씀을 듣더니 막 우는 거예요. Знаете, в этот день, когда он слушал слово, он очень сильно заплакал. 그리고 제가 그랬죠. 제가 어떤 어려움이 계셔도 성경 공부로 좀 도와드리겠습니다. И поэтому я ему ответил, если у вас есть какие-то трудности, то я вам помогу консультации через Библию. 그래서 일주일에 한 번씩 성경 공부를 하기 시작했어요. 그분 집에서. И поэтому раз в неделю мы с ними у него дома начали изучать Библию. 한 성경 공부를 한 여섯 번 정도 한 것 같아요. 그리고 이분이 마음에 구원을 받으시. 아, 예수님이 정말 나를 위해 이런 일을 하셨네요 하고 받아들이. И где-то мы шесть раз с ними пообщались, и в конце концов он принял спасение и говорит: "Да ой, что сделать? Вот я понял, что сделал Господь для меня." 그리고 나서 저에게 자기 삶을 이야기해 주는 거예요. И потом он рассказал о своей жизни. 이 부부는 한 2년 전에 만났습니다. Вот эти супруги года два тому назад встретились. 그 부인은 15살 때 첫째 아들을 낳았어요. Его жена в 15 лет родила первого ребенка. 어떻게 생각하세요? 여학생이 15살 때 아이를 낳았으면 행복하겠습니까? И как вы думаете, вот если 15-летняя девочка рожает вот ребенка, она сможет быть счастливой? 안타깝죠. Да, нам очень жаль смотреть на таких. 근데 이 부인은요, 15살부터 30살 때까지 아이를 3명 낳았는데 아빠가 다 달라요. И эта женщина родила с 15 лет до 30 троих. Но у каждого ребенка был свой отец, то есть были разные отцы. 그러면서도 뭐라고 생각했냐면 나는 잘하고 있어. 그런 생각을 하면서 살았다는 거예요. Но все равно, несмотря на это, она все время думала, что с ним все в порядке, она делает все правильно. 그러다가 나이가 30세쯤 되었을 때 어느 날 생각이 들대. 내가 지금 어떻게 살고 있는 거야 하는 생각이 들었다는 거예요. И когда ей исполнилось 30, вдруг она задумалась о своей жизни. А что я делаю? Как я живу? 아, 내가 정말 잘못 살았구나 하는 생각을 갖게 되었고 누군가 나를 도와줬으면 좋겠다는 마음을 가졌죠. И пришла такая мысль, что она жила неправильно, и она хотела, чтобы кто-нибудь подошел и помог ей. 그때 이제 직장을 다녔는데 매일 아침 7시 되면 버스 정류장에서 지금 살고 있는 남편을 만나는 거예요. 매일 아침 7시만 되면 똑같은 버스 정류장에서 그 사람을 만나는 거예요. И она начала ходить на работу, и каждый день ровно 7 часов утра они на остановке автобуса пересекались с мужем. 그렇게 시간이 지나다 보니까 서로 대화를 하게 되고 알게 됐어요.
И так время прошло, и они начали между собой разговаривать, и они познакомились. 그 남편 되는 분은 15살 때부터 마약을 했어요. А этот муж с 15 лет принимал наркотики. 여기 뭐 남미도 마음만 먹으면 대마초 마약 구하는 거는 뭐 그냥 너무 쉽게 구할 수 있습니다. Знаете, в Латинской Америке без труда можно приобрести марихуану или наркотики, прочее. 아마 러시아에는 마약 같은 거 없죠? В России, наверное, наркотиков нет, правда? 여기 남미에는 쉽게 그렇게 구할 수 있습니다. В Латинской Америке их можно достать очень легко. 그래갖고 15살 때부터 마약을 한 거예요. Из 15 лет этот мужчина начал принимать наркотики. 처음엔 대마초부터 피는 거예요. Да, он начал курить марихуану. 나는 마음만 먹으면 대마초는 이거 금방 끊을 수 있어. Он говорит, если я захочу, то любой момент могу бросить марихуану. 여러분 잘 아시겠지만 대마초는 마약으로 들어가는 관문입니다. 이제 대마초부터 시작하는 거예요. Как вы знаете, марихуана, можно сказать, первый этап, да, первое вступление да, в мир наркотиков. Все с марихуаны начинают. 생각은 마음만 먹으면 대마초 끊을 수 있다고 생각했는데 그게 안 되는 거예요. Да, он думал, если я захочу, могу бросить в любой момент, но у него не получалось. 그래서 계속 코카인을 하게 됐습니다. И начал принимать кокаин. 나중에 부모님들이 알고 이렇게 무슨 병원에도 데려가고 많이 했지만 이게 회복이 안 되는 거예요. Да, и потом родители об этом узнали, отдавали его в больницу, но он не мог восстановиться. 그러다가 이제 아주 훌륭한 정비사가 됐는데 돈을 많이 벌지만 매일 15일마다 돈 받으면 마약으로 그냥 그날 밤에 다 써버렸어요. Да, и потом он стал выдающимся автослесарем, начал зарабатывать огромные деньги. Но каждые 15 дней, когда он получил эти деньги, он в тот же день тратил все деньги на наркотики. 오늘 15일째 주급을 받으면 이날 밤에 돈을 다 써버리는 거예요. 마약 파는 데 가서. Каждый месяц 15 число, когда он получил зарплату, он все же деньги в этот день потратил полностью на покупку наркотиков. 아, 누군가 나를 좀 도와주면 좋겠다. 그러다가 그 부인을 이제 만난 거예요. 저 여자 같으면 나를 도와줄 수 있겠다 그런 생각을 했어요. И он тоже подумал, хочу, чтобы кто-нибудь помог. И тогда он встретился с этой женщиной и подумал, что она может мне помочь. 그래서 서로 사귀고 이제 같이 살기 시작했죠. И они начали общаться, потом жить вместе. 근데 얼마 살다 보니까 너무 자기 생각하고 다른 거예요. 남편이 늘 마약하는 거예요. Да, и через некоторое время она поняла, что муж полностью не соответствует ее мыслям, потому что он постоянно принимал наркотики. 너무너무 인생이 괴로울 때 하나님이 그 부부를 만나게 해주셨습니다. И когда они в тот момент, когда они очень сильно страдали, Господь дал нам встретиться. 그래서 그분들이 복음을 듣고 이제 교회를 나오시는 거예요. И они услышали Евангелие и начали ходить в церковь. 이 남편은 교회 나올 때 난방을 입고 오는데 단추를 다 풀어 헤치고 단추를 배꼽에만 걸치고 이렇게 나옵니다. да, обычно муж приходит в церковь в рубашке, но не застегивает эти пуговицы, только одно там возле снизу и приходит. 이 가슴에 가슴에 난 털 있잖아요. 그거 딱 보여주고 이래 나오는 거. Да-да, то есть у него уже волосы растут на груди, и он всем показывает эти волосы на груди. 제가 그냥 내버려 뒀어요. Я его оставил таким. 근데 말씀을 듣다 보니까 이 단추가 점점 위로 올라가는 거예요. 점. Ну, пока он слушал слово, он начал понемногу застегиваться. 어느 날은 넥타이까지 메고 와서요. 깜짝 놀랐어요. И в один день он даже пришел с галстуком. Я очень сильно удивился. 그러다가 이분이 또 한 번씩 마약하면 단추가 배꼽으로 또 떨어져요. Да, и когда он иногда принимает наркотики, опять он расстегивается. 저는 일요일마다 그분 단추가 어디 있는지 그것만 보면 그분의 영적인 상태가 딱 나타나는 거예요. И каждый раз, когда я вижу, насколько его рубашка застегнута, я могу сразу же познать его духовное состояние. 한 번은 제가 해외 여행 갔다 왔는데 어떤 분이 저한테 오는 거예요. И однажды, когда я вернулся домой из другой страны, один подошел, говорит. 제가 깜짝 놀랐죠. 어이 형제님, 어떻게 된 거예요 이거? Я говорю, брат, ой, что с тобой случилось?
그 자기가 아끼는 머리를 다 잘라버렸어요. То есть он постригся очень коротко, да? Хотя он жалел, он очень ценил свои волосы. 아니, 그 아끼던 머리를 다 어떻게 잘랐냐고 하니까. Да, как вы решили постричься? Куда делись ваши эти волосы? 목사님, 내가 30년 넘게 세상 살아보니까 정말 헛살았습니다. 이제 남은 삶을 주님을 위해 좀 드리고 싶습니다. 하고 마음을 정해서 선교학교에 들어왔습니다. Да, он говорит, я прожил 30 лет в этом мире, и все, что я могу сказать, это суета-сует. И хочу пожить ради Бога. И он поступил в миссионерскую школу. 저는 하나님의 말씀이 그에게 어떤 자유를 주셨는지 이렇게 옆에서 볼 수가 있었습니다. Знаете, рядом я мог наблюдать за тем, какую свободу даровало ему Слово Божие. 그리고 그가 얼마나 아름답게 하나님을 섬겼는지를 이렇게 옆에서 보았습니다. И я наблюдал рядом за тем, как он прекрасно служит Господу. 저는 오늘 저녁에 요한복음 8장 말씀을 읽었습니다. Я сегодня прочитал вам 8 главу Евангелия от Иоанна. 요한복음 8장 31절에 보시면 31 стихе написано. 너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고 라는 말씀이 있습니다. Здесь стих говорит, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. 여러분 여기에 보시면 내 말에 거한다라는 말이 있죠. Если пребудете в слове моем, правда? 이 거한다라는 말은 그리스어로 메노라고 이야기합니다. Пребывать на греческом языке мено. 메노라는 그리스어의 말은 나무가 뿌리를 내리면서 그 뿌리를 내리는 자리를 꽉 움켜쥐는 걸 말하는 거예요. И знаете, мено по-гречески, если объяснить, когда дерево укореняется и спускает свои корни, то корни очень крепко зацепливаются за землю. 여러분 잘 아시겠지만 사도 요한은 사랑의 사도였습니다. Да, как вам известно, апостола Иоанна назвали апостолом любви. 사도 요한이 요한복음을 쓸 때 약 예수님이 탄생하시고 거의 한 100년쯤 되었을 때 1세기 말이 끝날 무렵에 요한복음이 쓰여졌어요. Апостол Иоанн, да, после рождения Иисуса Христа, и когда заканчивался век, да, то к концу века было написано Евангелие от Иоанна. 요한복음은 모든 신약의 서신서 중에서 가장 늦게 쓰여진 서신서입니다. Да, можно сказать, Евангелие от Иоанна это самая поздняя книга из всех книг Евангелия. 왜냐면 이 요한복음은 마태, 마가, 누가복음에 없는 내용들을 성령께서 사도 요한에게 계시를 주셔서 예수님이 하나님이신 것을 기록하신 글입니다. Да, Евангелие от Иоанна – это та самая книга, в которой апостол Иоанн с помощью Духа Святого написал много вещей, которых нет в других книгах Евангелия, как от Матфея, от Марка и от Луки. И тем самым он показывает, что Иисус Христос является Богом. 요한이라는 사람은요, 굉장히 성격이 거친 사람이었어요, 어부였어요. Да, Иоанн на самом деле по характеру был жестким человеком, потому что он работал рыбаком. 그리고 그 집에 배가 있었으니까 가난한 사람은 아니란 말입니다. 요즘 이 시대도 만약에 어떤 한 가정에 배가 있다고 해보십시오. 그럼 가난한 집 아닙니다. И тем более у него была лодка, и на то время он считался состоятельным человеком. Даже если в наше время человек владеет лодкой, то его нельзя назвать бедным человеком, правда? 그런데 그 성격이 아주 불같은 사람이었는데 예수님을 만나면서 그가 사랑의 사도로 바뀌었습니다. Но знаете, он был очень вспыльчивым человеком, но после встречи с Иисусом Христом он превратился в пророка любви, апостола любви. 사도 요한의 마음 속에 예수님을 표현할 때 꼭 전해주고 싶은 네 가지 단어가 있었습니다. Да, в сердце апостола Иоанна были четыре слова, с помощью которых он хотел описать Иисуса Христа. 당신이 예수님을 믿습니까? Веруешь ли ты Иисусу? 당신이 예수님 안에 예수님을 압니까? Знаешь ли ты Иисуса?
당신이 예수님 안에 거합니까? Пребываешь ли ты в Иисусе? 그리고 당신이 예수님을 사랑합니까? 요 네 가지입니다. И любишь ли ты Иисуса Христа? Вот четыре вопроса всегда были в его душе. 그래서 요한복음과 요한일서를 보시면 수없이 나와 있는 단어들이 있어요. 이 네 가지가 중점적입니다. Да, вот когда вы читаете Евангелие от Иоанна или первое послание Иоанна, вы будете много раз встречать такие эти четыре вопроса. 믿느냐? Веруешь ли? 아느냐? Знаешь ли? 거하느냐? Пребываешь ли? 사랑하느냐? Любишь ли? 요 네 가지가 사도 요한이 말하는 신앙의 핵심이었습니다. Да, это главное ядро духовной жизни, о котором говорил апостол Иоанн. 그래서 사도 요한은 말했어요. 너 하나님을 믿어? И спросил апостол Иоанн, а ты веришь ли? 너 하나님을 Иисуса? 알아? Знаешь ли Бога? 너 하나님을 하나님 안에 거하고 있어? Пребываешь ли ты в Боге сейчас? 너 하나님을 사랑해? Любишь ли ты Бога? 왜냐하면 그가 하나님으로부터 받은 복이에요. Это благословение, которое он получил от Бога. 요한복음이 쓰여질 이 당시에는 영지주의자들이 그들의 잘못된 거짓 사상으로 많은 초대 교회들을 해하던 때였습니다. Да, в те времена, когда книга Евангелия от Иоанна была написана, то многие гностицисты портили церковь своими неправильными учениями. 이 무렵의 그리스도인들은 복음 앞에 그리스도에 대한 열정이 식어버리던 시기였죠. И знаете, в те времена у людей страсть, да, по отношению к Иисусу Христу, к Евангелию погасла. 여러분, 이 세상에 가장 무서운 게 뭐냐면 교회가 그리스도에 대한 열정이 식어버릴 때입니다. Да, вы знаете, самое страшное в наше время, это когда в церкви вот древность, именно страсть к Христу пропадает. 이 세상에서 무서운 건 핍박이 아니에요. Это не гонение, страшная вещь. 정말 무서운 건 그리스도인들의 마음이 세상에 점점 동화되면서 이제는 그리스도와 복음에 대한 가치와 열정이 점점 작아지는 거예요. Самое страшное – это когда сердца христиан ассимилируются с этим миром, и ценность, да, о Христе, о Евангелии, да, с каждым днем, да, уменьшается. 교회 안에 복음의 열정이 작아지면 무엇이 교회를 채우게 되냐면 인간의 이성과 철학이 교회를 채우게 됩니다. Вот когда церковь пропадает ревность об Евангелии, то что начинает наполнять церковь? Это чувства, это теории человека. 그러면서 교회는 도덕주의자들이 가득 찬 공간이 되는 거예요. 그걸 보고 타락한 교회라고 말을 합니다. И тогда церковь становится местом, да, наполненным людьми, которые предпочитают мораль. И это мы называем падшей церковью. 하나님의 말씀과 성령의 인도가 아닌 인간의 도덕과 인간의 기준과 사람의 철학이 그 교회를 이끌어가는 그런 모임이죠. То есть такую церковь уже будут вести не руководство Бога и слово Бога, а человеческая мораль, человеческие мерки и человеческая философия. 사도 요한은 그런 어려운 시대를 보면서 이 글을 썼습니다. 요한복음. И знаете, и апостол Иоанн наблюдал за такими тяжёлыми временами и написал эту книгу Евангелия от Иоанна. 그래서 그가 요한복음 8장에서 이야기할 때 내 말에 거하면 참 내 제자가 되고라는 말씀은 И он написал такой стих: "Если пребудете в слове моём, то вы истинно мои ученики." 당신의 마음이 말씀에 머물러 있습니까라고 물으시는 거예요. То есть задаёт такой вопрос: "А твоё сердце находится ли, пребывает ли в Господе?" 그리고 여기에서 말하는 게 32절에 보시면 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 한다는 말이 나옵니다. И даже есть такой стих 32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. 여기서 진리를 알지니 안다는 말은 헬라어로 기노스코라고 이야기합니다. Да, познать истину, познать на греческом гинеско. 기노스코라고 하는 뜻은 기노스코. 경험하다.
경험으로 내가 그를 체험하다라는 뜻입니다. То есть это, знаете, набрать опыта, опытом испытать Бога. 그래서 사도 요한은 말하는 것, 정말 하나님의 말씀을 체험한 사람은 그 말씀의 능력이 당신에게 자유를 줍니다라고 이야기하는. 것. Да, и апостол говорит, если вы испытали точно силу Божью, силу слова, то эта сила освободит вас. 자유를 주신다고 했지 방종을 준다고 안 했습니다. Да, то есть это свобода. Но это не то, когда люди своевольничают. 하나님은 우리에게 자유를 주셨어요. Да, Господь дал нам именно свободу. 복음을 섬길 수 있는 자유. Дал нам быть свободными, чтобы служить Евангелию. 교회를 섬길 수 있는 자유. Дал нам свободу служить церкви. 하나님의 종을 섬길 수 있는 자유. Он дал нам свободу служить слугам Божьим. 우리 사랑하는 형제 자매님들을 섬길 수 있는 자유를 주셨어요. Даже Господь дал нам свободу, чтобы служить братьям и сестрам. 근데 많은 분들이 자유를 혼동을 해서 방종처럼 사는 거예요. 그건 잘못된 겁니다. Но многие люди неправильно воспринимают эту свободу и начинают своевольничать. 하나님은 우리에게 자유를 주셨지 방종을 주신 적이 없습니다. На самом деле Господь дал нам быть свободными, а не своевольничать. 저는 1985년도에 구원을 받았습니다. Я получил спасение в 1985 году. 제가 구원을 받고 지금까지 교회 안에서 목사님, 사모님의 가르침 속에서 있으면서 교회가 제게 가르쳐 주신 건 아름다운 자유였습니다. И знаете, после спасения я пребывал в церкви и в учениях пастора и самоним. И чему научил Господь в церкви? Это прекрасная свобода. 내가 어려운 일이 있을 때 하나님 앞에 나갈 수 있는 자유. Когда я в трудностях нахожусь, то у меня есть свобода обратиться к Богу. 내가 문제가 있을 때 내가 사랑하는 교회 앞에 나갈 수 있는 자유. Если у меня есть проблемы, то есть также я обладаю свободой, по которой я могу прийти и обратиться в любимую церковь. 내가 어려운 일이 있을 때 종 앞에 들고 나갈 수 있는 자유. Когда у меня есть трудности, то также у меня есть свобода. Я могу прийти с этими трудностями к Божьему слуге. 제 아내하고 저는 이제 결혼한 지 거의 30년째가 다가옵니다. Да, около 30 лет тому назад мы поженились с моей женой. 그래 이제 제가 자주 그런 간증을 해요. Я часто свидетельствую о том. 여보, 진짜 나같이 악한 놈하고 살아줘서 너무 고마워. Дорогая, спасибо тебе за то, что ты живешь с таким злодеем, как я. 그럼 제 아내가 아멘 하고 이야기합니다. Тогда моя жена отвечает на это аминь. 아, 여보, 진짜 나는 진짜 더러운 놈이야. 나 그러게 야. 함께 해 줘서 너무 고마워. 그러면 제 아내가 아멘 아멘 두 번 이야기합니다. И когда я добавляю: "Дорогая, правда, я отвратительный человек. Спасибо за то, что ты со мной." И она говорит: "Аминь, аминь" два раза скажет. 아, 진짜 난 이 세상에서 이렇게 귀한 자매하고 하나님이 만나게 해주셔서 너무 고마워, 여보. 그러면 수베르 아멘 하고 이야기합니다. Я говорю, я Господа благодарю за то, что дал мне встретиться с этой самой драгоценной сестрой. Тогда она на это ответит супер аминь. 근데 이제 제 아내도 또 저한테 얘기, 아유, 여보, 나도 진짜 악한 인간인데 이렇게 살아줘서 모든 걸 다 참아줘서 고마워요. 저한테 이제 제 아내가 이야기하는 거예요. И потом подойдет ко мне жена и скажет: "О, я тоже человек злой, но ты терпишь меня, за это благодарю тебя." 그럼 저도 대답하죠. 아멘. Я тоже отвечаю: "Аминь." 아, 여보, 나는 진짜 악한 여자야. 나는 진짜 너무 진짜 이렇게 추한 사람인데 이렇게 나를 받아줘서 너무 고마워요, 여보. 그럼 제가 수베르 아멘 하고 이야기합니다. И она говорит: "Я такая злая и ужасная женщина. Спасибо тебе за то, что ты меня принял." Я говорю: "Супер, аминь." 제 아내하고 저는요, 둘 다 아주 둘 다 못 됐어요. Знаете, мы с женой такие злые люди. 진짜 우리 예수님 앞에 보면 제 아내하고 저하고는 선한 게 하나도 없어. Если посмотреть на себя перед Иисусом, то у нас с женой нет ни одного добра. 그래 저는 자주 우리 교회 앞에 여러분 저는 진짜 목사지만 너무 부끄럽고 목사 아닐 때가 너무 많습니다. 그런 이야기를 자주 드립니다. Я часто говорю братьям и сестрам о том, что братья и сестры, несмотря на то, что я стою перед вами как пастор, но
Я не пастор, во мне очень много зла. 진짜 제 아내하고 저하고 둘이 목회를 하지만 진짜 우리처럼 이렇게 더럽고 악한 인간이 없습니다. 우리 교회 안에서 자주 말씀을 드려요. Я очень часто говорю о том, что несмотря на то, что мы с женой ведем служение, но таких злых людей в нашей церкви нет. 제 아내하고 저는 둘 다 정말 추하고 악합니다. Да, мы с женой действительно ужасные и отвратительные люди. 그래서 우리 둘은 서로 우리 둘에 대한 얘기 안 하고 예수님 얘기만 하기로 했습니다. Поэтому мы решили не говорить друг о друге, но только об Иисусе Христе. 뭐 내가 이렇다, 내가 저렇다, 그거 다 의미 없더라고요. Я такой, сякой. Нет никакого смысла в таких словах. 우리 교회 나오시는 분들은 다 저를 닮아서 악한 사람들밖에 없어요. И знаете, все люди, которые приходят ко мне в церковь, такие же злые, как я. 그래서 우리는 만나면 예수님 얘기만 합니다. И поэтому, когда мы встречаемся друг с другом, говорим только об Иисусе Христе. 우리에게 나올 게 뭐가 있어요? 아, что может исходить от нас? 예수님 이야기만 해요. 네, мы говорим только об Иисусе Христе. 예수님 이야기하다 보면 너무너무 행복한 거예요. Пока мы говорим об Иисусе Христе, становимся счастливыми. 여러분, 정말 하나님은 우리에게 자유를 주셨습니다. Да, дорогие братья и сестры, Господь по правде подарил нам свободу. 하나님을 섬길 수 있는 자유. 네, свобода служить Господу. 이 자유는 어디서 오죠? Откуда приходит такая свобода? 내가 틀린 자가 되었을 때 자유가 옵니다. Свобода приходит, когда я становлюсь неправильным человеком. 저는 하나님의 말씀을 배우면 배울수록 아, 나는 틀렸구나. 그 생각이 깊이 들어집니다. Чем больше я учу Слово Бога, тем глубже я осознаю, что являюсь неправильным человеком. 나는 아니구나. 네, я неправильный, я неправ. 그렇기 때문에 나는 하나님의 말씀을 들어야 되는구나. Поэтому я должен слушать Слово Божие. 그렇기 때문에 나는 교회와 종의 인도를 받아야 되는구나. Вот почему мне нужно получить водительство церкви и слуги Божьего. 저는 말씀을 대할 때 내가 아니구나 하는 게 자꾸 보여요. 나는 틀린 사람이구나. 그렇기 때문에 난 하나님의 바른 인도를 받아야 되는구나. 네, каждый раз, когда я читаю слово и слушаю слово, я больше и больше осознаю, что неправильный человек. Вот почему мне нужно водительство Бога. 여러분, 제가 틀린 사람인데 누구에게 손가락질하겠습니다. 너 잘해. 왜 이렇게 그렇게 말할 수 저는 없더라고요. 네, я же неправильный человек. На кого я могу показать пальцем и сказать: делай лучше, поступай нормально. Я не могу никому об этом говорить. 하나님, 저는 정말 틀린 사람입니다. 그래서 하나님의 은혜가 필요합니다. Господь, я не прав перед тобой, поэтому мне необходима твоя благодать. 여러분, 로마서 6장을 한번 보시겠습니다. Дорогие, давайте откроем к Римлянам 6 главу. 로마서 6장 к Римлянам 6 глава. 17절에 한번 보세요. 17 стих, давайте откроем. 로마서 6장 17절, 18절을 러시아어로 읽어주시겠습니다. 네, 그림을 내는 6 17절, 18절 말씀입니까? 예, 17절, 18절. 17 и 18 стих будем читать на русском языке. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. 하나님은 본래 죄의 종이라고 이야기하셨습니다. 네, Бог назвал, вы прежде были рабами греха. 태어날 때 이미 죄 아래 속한 사람이었죠. То есть с самого рождения мы принадлежали греху. 내 의지와 상관없이 나를 끄는 힘이 있었습니다. Да, независимо от нашей воли была некая сила, которая притягивала нас к себе. 그 힘이 나를 원하지 않는 곳으로 끌어가는 거예요. 다시 перед этой силой ведет меня туда, куда мне не хочется. 그런데 언젠가 성령께서 우리 마음에 비치셨어요. И знаете, однажды наше сердце просияло Духа Святого. 아, 내가 이 쇠사슬을 끊을 수 없구나. Я не могу отделить эту цифру,하나님이 나를 оторвать эту도와주셔야 цифру.되는구나. 네, мне необходима Божья помощь. 그래서 성령께서 우리 마음에 하늘의 빛을 비춰주신 거예요. Поэтому Дух Святой просиял наше сердце светом Бога.
그래서 그 하나님 앞에 우리가 순종할 수 있도록 성령께서 그날 우리 마음을 잡아주셨단 말입니다. То есть Дух Святой поддерживает наши сердца, чтобы мы могли быть послушными. 그래서 이제는 우리가 죄의 종이 아니라 의의 종이 되었다고 말합니다. И поэтому Библия говорит, после этого мы более не являемся рабами греха, но стали рабами праведности. 스페인어 성경에 보면 너희가 전에는 죄의 노예였는데 지금은 하나님의 의의 일꾼이 되었다라고 이야기합니다. Да, на испанском языке написано, что вы некогда были рабами греха, теперь стали рабами праведности Божьей. 하나님이 우리의 근본을 바꿔 주신 거예요. То есть Господь изменил нашу натуру. 저는 페루에서 삽니다. Я проживаю на данный момент в Перу. 그리고 영주권이 있습니다. И у меня есть разрешение на проживание. 여권만 갖고 있으면 페루에서 불법 체류자가 되지만 이 영주권이 있으면 신분이 바뀌기 때문에 여러 가지 일을 할 수가 있어요. Да, если я буду жить в Перу только со своим паспортом, то я буду нелегальным человеком. Но если у меня будет к этому и разрешение на проживание, то я могу заниматься уже разными делами. 우리가 복음을 받아들였다는 건 자유를 얻었다는 것이 뜻입니다. Да, то, что мы приняли Евангелие, это означает, что мы приобрели также свободу. 내가 자유를 얻었다는 건 여러분 우리들의 신분이 바뀌었다는 걸 말하는 거예요. Да, если мы говорим о том, что приобрели свободу, это означает, что наш статус был изменен. 하나님은 이야기하십니다. 넌 신분이 바뀌었어. 넌 이제 하나님의 일꾼이야. Да, Бог говорит, твой статус был изменен. Ты теперь раб Евангелия. 저는 이 말씀이 너무 좋아요. Раб Бога. Я очень люблю это слово. 하나님, 저는 하나님의 은혜 아래 있는 사람입니다. Господь, я теперь пребываю в твоей благодати. 그리고 이제는 내 이 육체를 가지고 하나님만 섬기겠습니다. Я этой плотью буду служить только Богу. 이 손은 내 손이 아닙니다. Это не моя рука. 이 눈은 제 눈이 아닙니다. Это не мои глаза. 이 입술은 제 입술이 아닙니다. Это не мои уста. 제 모든 것은 하나님의 것입니다. Все, что у меня, это твои. 왜냐하면 하나님이 나를 피값으로 사셨기 때문입니다. Потому что ты меня искупил своей кровью. 여러분, 우리는 법 아래 속한 자가 아니라 하나님의 은혜 아래 속한 사람입니다. Дорогие, мы более не находимся под законом, но мы пребываем в благодати. 하나님의 은혜 아래 속한 사람은 어떤 삶을 살까요? Люди, которые пребывают в благодати, живут какой жизнью? 고린도전서 15장 9절 10절에 나오는 말씀을 러시아어로 읽어 주시겠습니다. 고린도전서 15장 9절 10절. 1 Коринфянам 15 глава 9 и 10 стихи будем читать на русском языке. Ибо я наименьший из апостолов. 여기에 보시면 здесь написано. 여기에 보시면 하나님의 은혜 아래서 살아가는 사람들의 마음이 나와 있습니다. Да, здесь написано о сердцах людей, которые живут под благодатью Божьей. 한번 읽어 주십시오. 9절 да. 10절을. Прочитаем 9 и 10 стих. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. 여러분, 하나님의 은혜에 속한 사람들은 날마다 작아집니다. Да, дорогие, те, которые пребывают в благодати, каждый день уменьшаются. 사도 바울은 정말 많은 일을 했어요. Апостол Павел проделал огромную работу. 생각해 보세요. 신약이 27권인데 그 중에 13권을 썼습니다. Да, вот Ветхий Завет состоит из 27 книг, и апостол Павел написал из них 13 книг.
여러분 대단한 거예요. 신약 성경의 반을 쓴 사람이 사도 바울이었어요. Это очень удивительно, потому что апостол Павел написал 13 книг из 27. 그리고 그는 구원을 받고 나서 모든 삶을 오직 복음만 위해서 삶을 드렸죠. И после спасения он полностью свою жизнь посвятил Евангелию. 하나님의 은혜에 잡힌 그가 글을 썼습니다. 나는 누구보다 가장 작습니다. Да. Находясь в благодати Божией, он говорит: "Я самый наименьший человек". 성령의 마음이 잡힌 사람들은요. 그가 날마다 작아집니다. 정말 나는 아무것도 아닙니다. Да, человек, чье сердце держит Дух Святой, он каждый день уменьшается. 그리고 그는 사도 바울이 자기가 교회를 핍박한 이야기를 그는 늘 했습니다. 다시 말해서 나는 아니라는 거죠. 나는 아닌 자입니다. 라고 늘 자기는 고백을 했어요. Он постоянно говорил о том, как он гнал церковь. Этим самым он говорил. Я никто. Я не прав. 하나님의 은혜를 맛본 사람은요. 내가 이것도 했습니다. 내가 저것도 했습니다. 내가 이것도 한번 해봤습니다. 그게 아니고 정말 저는 부끄러운 사람입니다. 하나님과 교회 앞에 늘 아닌 자기를 고백하게 되어집니다. Да, люди, которые испробовали благодать Божию, вместо того, чтобы говорить: "Ой, Господи, я это сделал, и то пробовал, и это сделал", нет, они говорят: "Я могу только стыдиться, мне очень стыдно перед Богом и Церковью". 그리고 9절에 보면 받기에 감당치 못할 자다라는 얘기가 있어요. И 9 стих написано: "Я недостоин называться апостолом". 이 얘기는 무슨 얘기냐면 Что 나는 имеет в виду? 당연히 받아야 될 사람이 아니란 말입니다. Я не тот человек, который заслужил такое название. 여러분 우리가 지내다 보면 뭐 교회가 당연히 나한테 도와줘야지. Да, мы когда живем, то говорим: "Ой, церковь, конечно же, должна помочь нам". 목사님이 당연히 나한테 마음 열어야지. Пастор, конечно, должен открыть свою душу передо мной. 아, 우리 자매님들이 당연히 나한테 인사해야지. 마음 열고 왜 그래? 왜 이렇게 사랑이 없어? Да, должны первым поздороваться со мной, открыв свою душу. А почему в нашей церкви нет такой любви? 물론 러시아에는 이런 분이 안 계실 것을 제가 알고 있기 때문에 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. Но я об этом говорю, потому что знаю, что в России таких людей нет. 예, 이제 페루에 관해서 말씀드리는 거예요. Я сейчас говорю про Перу. 아, 그런 분들이 있더라고요, 페루에는. Да, в Перу, оказывается, были иногда бывают такие люди. 막 모든 걸 당연한 걸로 아는 거예요. Они все воспринимают, как будто бы они этого заслужили. 막 우리 자식들도 당연한 걸로 아는 거예요. И они также считают, что они заслужили этих детей. 아버지가 나를 당연히 도와줘야지. Отец обязан помочь. 엄마가 당연히 밥해야지. Мама, конечно же, должна. Она обязана готовить для меня. 막 모든 게 당연한 거예요. Они все воспринимают, как будто бы всего они заслужили. 그러다가 한 번 안 해주면 어떻게 돼요? 막 불평, 원망이 올라와요. Если один раз для них не сделали, то что они начинают делать? Роптать, и возмущаться, и жаловаться. 마음이 하나님의 은혜 아래 잡힌 사람들은 당연한 게 없습니다. Но те люди, чьи сердца находятся под благодатью, они 여러분, не говорят, что заслужили. 매일 아침에 이렇게 새벽에 일어나는 거 당연히 일어납니까? 아닙니다. Да, то, что мы каждый день утром встаем, это так и должно быть, разве? Это не так. 저는요, 새벽에 일어나서 화장실에 가서 부끄러운 얘기지만 소변 보잖아요. Конечно, стыдно об этом говорить, но когда утром встаешь, то я иду в туалет по небольшой нужде, правда? 새벽에 소변 볼 때마다 늘 그래요. 감사합니다. 소변 볼 수 있어서 늘 그래요, 제가. И каждый раз, когда я в туалете, я молюсь Господу: "Господь, благодарю тебя за то, что ты позволяешь мне ходить в туалет по маленькой нужде". 하나님, 제가 숨 쉴 수 있어서 감사합니다. Господь, спасибо за то, что я могу дышать. 하나님, 제가 이빨로 이렇게 이빨로 뭐 먹을 수 있는 게 너무 감사합니다. Господь, спасибо за то, что я этими зубами могу чего-нибудь жевать. 하나님, 제가 이렇게 걸을 수 있는 게 너무 감사합니다. Господь, спасибо за то, что я могу ходить на своих ногах. 하나님, 제가 두 발로 서서 이렇게 샤워할 수 있는 게 너무 감사합니다. Господь, благодарю тебя за то, что я могу встать вот на свои ноги и принять душ. 여러분, 원망하지 마세요. Да, дорогие, не жалуйтесь. 여러분, 감사한 걸 한번 표현해 보세요.
Попробуйте얼마나 많은가, 여러분. выразить благодарность. Есть много поводов, чтобы поблагодарить. 여러분, 그냥 이렇게 일어나시는 게 당연한가요? Дорогие, это что, разве естественно, то, что вы встаете утром? 여러분, 막 이렇게 숨 쉬는 게 당연합니까? Что вы заслужили вот так вот дышать свободно? 막 계단을 오르고 내리고 그냥 뭐 당연한가요? 아닙니다. Да, то, что вы ходите по лестнице, это то, что вам должны давать. 하나님이 매일마다 우리에게 희망을 주셔서 우리가 걸을 수 있고 숨 쉴 수 있고 아침에 일어날 수 있는 거예요. Мы можем ходить, дышать и вставать по утрам, потому что Господь каждый день дает нам надежду. 사도 바울의 마음에는 하나님의 은혜가 가득 찼습니다. Да, сердце апостола Иоанна было переполнено благодарностью по отношению к. 그러니까 감사할 게 너무 많은 거예요. То есть апостол Павел, да, и у него было много поводов, чтобы отблагодарить Бога. 그래서 성경에 보면 너희가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있느니라라는 말씀이 있잖아요, 로마서에. Да, к римлянам есть такое слово: вы не находитесь в законе, но в благодати. Помните? 여러분, 감사할 조건이 얼마나 많습니까? Дорогие, представляете, сколько у нас поводов, чтобы поблагодарить Бога? 정말 많은 거예요. У нас много таких поводов. 여러분, правда? 당연하다고 생각하지 마십시오. Вы не считаете, что вы все это заслужили? 당연하다고 생각하는 건 하나님의 은혜에서부터 그만큼 내 마음이 멀리 떨어져 있는 걸 말하는 것입니다. Если же вы так считаете, это означает, что ваше сердце далеко ушло от благодати Божьей. 아, 하나님, 내가 오늘 성경을 볼 수 있어서 감사합니다. Господи, спасибо за то, что утром сегодня я могу прочитать Библию. 하나님, 오늘 내가 이렇게 하나님의 말씀을 들을 수 있어서 감사합니다. Боже, благодарю за то, что могу сегодня слушать Слово Твое. 하나님, 내가 우리 사랑하는 형제 자매님들에게 한 번이라도 이렇게 전화할 수 있어서 감사합니다. Да, Господи, благодарю Тебя за то, что я могу позвонить, сделать звонок моим возлюбленным братьям и сестрам. 그래서 15장 10절에 보시면 바울은 말합니다. Да, в 15 главе 1 послания к Коринфянам 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 라는 말이 있죠. Да, но благодатью Божией есть не то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. 그래, 바울은 말하는 거예요. 나는 틀린 자예요. 내게 남는 건 하나님의 은혜밖에 없어요. 그 얘기란 말입니다. Апостол Павел говорит: "Я не прав. Во мне только осталась благодать Божья." 여러분, 왜 신앙이 힘든 줄 아세요? Дорогие, знаете, почему вам дается сложная духовная жизнь? 여러분, 왜 자꾸 부부끼리 부딪히는 줄 아세요? Вы знаете, почему супруги между собой постоянно сталкиваются? 왜 여러분이 자꾸 하나님하고 부딪히는 줄 아십니까? Вы знаете, почему вы с Богом постоянно сталкиваетесь? 왜 여러분이 교회 안에서 힘을 얻지 못하는 줄 아세요? Вы знаете, почему в церкви не обладаете силой? 내가 틀린 사람이 안 되는 거예요. Потому что вы никогда не стали неправильным человеком. 나는 옳아. Я прав. 내가 보는 건 옳고. Все, что я вижу, это правильно. 내가 말하는 건 옳고. Мои слова всегда правильны. 내가 결정하는 게 옳아. Мое решение всегда право. 그러니까 마음이 부딪히는 거예요. Поэтому ваше сердце постоянно. 그러니까 마음이 어려운 거예요. Поэтому вам тяжело на душе. 자기를 옳다고 생각하는 사람 곁에는 친구가 없습니다. Да, возле тех людей, которые считают себя правильными, нет друзей. 그러니까 여러분은 외로우신 거예요. Поэтому вы одиноки. 나는 항상 옳아, 근데 내 곁엔 친구가 없어. Я всегда прав, но почему-то у меня нет друзей рядом. 왜 친구가 없을까요? А почему нет друзей? 왜냐하면 당신은 옳기 때문에. Потому что ты правильный человек. 그만큼 당신은 옳은 이야기는 할 수 있을지 모르겠지만 은혜에서는 멀어져 있기 때문에 당신은 외롭습니다. Ты одинок, потому что говоришь только правильные слова, но отступил далеко от благодати Божьей. 여러분, 한번 마음을 여시고 이야기해보세요. 난 정말 아니야. Дорогие, откройте свое сердце и скажите: я не прав. 난 정말 아닌 것 같아. Я не прав абсолютно. 그러면 여러분 주위에 나도 아니야. 정말 아유 부끄럽지만 난 정말 아니야. 많은 친구를 얻을 수 있습니다. То люди вокруг вас скажут: да, я тоже не прав, я тоже не прав. И вас будет много друзей. 그리고 우리는 우리 얘기를 안 하고 예수님 이야기만 할 것입니다. И мы будем говорить не своими словами, а словами Иисуса Христа. 그래서 바울은 말합니다. 나는 많은 일을 했지만
이거 말할 거 없습니다. 나는 오직 하나님의 은혜만 말하고 싶어요라고 이야기를 마무리 짓습니다. Да, апостол Павел заканчивает тем, что я, несмотря на то, что сделал много чего, но мне не зачем хвалиться этим. Я буду хвалиться только Иисусом. И заканчивает свои слова. 여러분, 예수님이 우리에게 말씀하셨죠? Дорогие, Иисус Христос сказал нам, правда? 요한복음 8장에 다시 돌아오겠습니다. Давайте вернемся обратно в 8 главу Евангелия от Иоанна. 36절에 И 36 стих давайте прочитаем. 그러므로 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободными будете. 주님은 우리를 자유케 하셨습니다. Господь освободил нас. 어디서 자유케 하셨어요? Освободил нас откуда? Как вы думаете? 십자가에서. Да, на кресте он освободил. 나의 옛사람은 그와 함께 죽었습니다. Мой ветхий человек погиб вместе с Иисусом. 그리고 나의 옛사람은 그와 함께 장사되고 그와 함께 부활했습니다. Мой ветхий человек с Иисусом был погребен и воскрес. 박옥수 목사님 수없이 우리에게 이 말씀을 해주시는 거예요. И пастор Супак много раз говорит нам это слово. 여러분, 우리는 십자가에서 주님과 함께 못 박혔습니다. Дорогие, мы сораспились Христу на кресте. 여러분, 우리는 그와 함께 장사됐고 그와 함께 부활했습니다. Дорогие, мы с ним были погребены и вместе с ним мы ожили. 이제 내가 사는 게 아닙니다. Теперь это не мы живем. 예수님이 사시는 겁니다. Но живет в нас Иисус Христос. 그래서 성령께서 우리 마음에 오셨잖아요. 우리 몸을 빌어서 하나님의 영이 나타나신단 말입니다. Да, поэтому же Дух Святой поселился в нас, да? И Божий Дух проявился в нашей плоти. 그래서 마음에 하나님을 모신 사람들은 말하는 게 달라집니다. Поэтому те, которые приняли Бога в своем сердце, говорят по-другому. 여러분, 우리가 성경에 보시면 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다라는 말씀이 있죠. Есть такое слово, что мы свяжем на этой земле, то будет связано на небе. Что если, если мы развяжем, разрешим на этой земле, то будет разрешено и на небе. 여러분, 우리가 우리 인생을 무엇으로 풀고 무엇으로 매는지 아십니까? Вы знаете, чем мы связываем или разрешаем нашу жизнь? 내 혀로 하는 거예요. 혀. 이 да, 혀가 мы делаем это нашим языком. 이 혀가 무서운 도구입니다, 여러분. Язык это страшный инструмент. 그래서 민수기 14장에 보시면 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 광야에서 조금만 마음 거스리면 뭐라 그럽니까? 왜 우리를 여기 데리고 나왔습니까? 죽여 주시옵소서. 틈만 나면 그러는 거예요. Да, и когда мы читаем 14 главу, да, книги числа, то они постоянно в пустыне говорят, ой, зачем Господь, ты выбил нас, убей нас лучше. 차라리 Египте에 있었으면 좋았을 걸 왜 끌고 나와서 죽여주옵소서, 그러는 거예요. Да, было бы лучше находиться в Египте, зачем ты нас выбил сюда, убей всех нас. 하나님이 그 얘기 다 들으시고, 그래, 내가 죽여줄게 하고 싹 다 죽였어요. Ладно, его всех убил и истребил их полностью. 여러분, 요 말 조심하십시오, 말 조심. Дорогие, следите за своими словами. 여러분이 하시는 말 하나님이 다 들어요. Господь слышит каждое ваше слово. 그래, 정말 여러분 마음속에 하나님 너무 행복합니다. 그러면 진짜 행복이 와요. Если скажете, Господи, я такой счастливый человек, тогда счастье обязательно придет к вам. 저는 자주 제 아내한테 여보 사랑해 하고 자꾸 글을 씁니다. Я очень часто пишу своей жене. Дорогая, я тебя люблю. 어느 때는 사랑 안 하죠. 그래도 글을 써요. Иногда нет любви, но всё равно пишу, что люблю. 근데 사랑한다고 글을 쓰다 보면 사랑이 올라와요. 경험해 보십시오. Я пока пишу ей, что люблю. Любовь, да, возвращается ко мне. Попробуйте. 여러분, 그게 말의 힘이라는 거예요. Да, это сила, которая несёт слово. 여러분, 저는 하나님 앞에 너무 행복해요. Знаете, я очень счастлив перед Богом. 왜냐면 하나님이 행복하라고 하셨잖아요, 우리 보고. Поэтому Господь, потому что Господь сказал нам быть счастливыми, правда? 여러분, 고린도 후서 6장 10절을 이제 한번 보세요. 고린도 후서 6장 10절. 6 глава, 10 стих.
고린도 후서 6장 10절에 보시면 러시아어로 한번 읽어주세요. 고린도 후서 6장 10절입니다. 네, 6 глава 10 стих 2 послания Коринфянам будем читать на русском языке. Нас обращают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. 하나님은 고린도후서 6장 10절에 저보고 뭐라고 그래? 너는 항상 기쁜 사람이야. 많은 사람이 너를 만나면 부유해지게 돼 있어. 왜 부유해지게 돼 있습니까? 내가 모든 걸 다 가진 자라니까 여기 보니까. 저는 매일같이 이 말씀을 외워요. Я каждый день опять вслух наизусть говорю это слово. 하나님이 그러시는 거예요. 너는 기쁜 사람이야. Господь говорит, ты радуешься. 너 왜 슬퍼해? Зачем ты печалишься? 너는 기쁜 사람이야. Ты радуешься. 그리고 사람들이 너를 만나면 부유해져. И после встречи с тобой люди, да, обогащаются. 왜냐면 너는 모든 걸 가진 자야. Потому что ты всем обладаешь. 여러분 오늘부터 가난하다고 생각하지 마십시오. 그거 여러분 생각입니다. 여러분이 무엇을 말하느냐에 따라서 그 결과가 여러분 삶 속에 옵니다. 여러분 아침에 일어나서 아이고 가난해 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 그러면 가난이 와요. Если вы встанете утром и скажете, ой, какой я бедный человек, бедный, то бедность к вам придет. 배트맨 영화 보셨어요? 배트맨 동굴에서 박쥐가 날개 달고 막 오는 것처럼? Да, вы видели, да, фильм про Бэтмена, да? Он в образе летучей мыши, да, приближается к нам из пещеры. 여러분이 말하게 가난해 없어, 난 가난해 못해, 가난해 그러면 가난하고 못하는 게 옵니다. Да, если вы скажете, ой, я бессильный человек, я не могу, я бедный, то бедность, да, бессилие, они придут к вам. 근데 여러분 마음속에 하나님 감사합니다. Если вы скажете, Господи, я тебя благодарю. 나는 너무 기뻐요. 나는 모든 걸 가졌습니다. Я очень рад, потому что всем обладаю. 실험해 보세요. 이 말씀의 능력이 얼마나 여러분의 삶을 바꿔주시는지. Да, насколько эта сила слова сможет изменить вашу жизнь. 정말 하나님의 말씀은 우리를 자유케 하셨습니다. Да, слово Господа сделало нас свободными. 형편을 바꾸려고 하지 마시고 마음을 바꾸신 그 말씀을 믿으십시오. Да, не пытайтесь изменить свое положение, но верьте слову, которое изменило. 이번에 이런 귀한 기회를 주셔서 감사드립니다. Я очень благодарю вам за такую драгоценную возможность. 예, 정말 나중에 기회 되어지면 예수님 오시기 전에 꼭 한번 러시아에 가서 뵙도록 하겠습니다. Да, если будет такая возможность, то до пришествия Иисуса Христа обязательно посещу Россию и увижусь с вами. 예, 정말 이번에 형제자매님들 뵐 수 있어서 너무 이렇게 행복한 시간이었습니다. Да, для меня это было счастливое время, потому что мы с вами встретились, братья и сестры. 정말 다시 뵐 날까지 행복하시고 또 평안하신 삶을 교회 안에 누리시기를 바랍니다. Счастливыми и наслаждайтесь спокойной жизнью в церкви до следующей встречи. 제가 기도하고 마치겠습니다. Да, давайте помолимся и закончим. 하나님 아버지 참 감사합니다. Отец небесный, мы тебя благодарим. 하나님 우리 보고 기뻐할 수 있도록 만들어 주셨습니다. Отец, ты уже сделал нас такими людьми, которые могут радоваться. 그리고 우리와 만나는 모든 자들이 부유하게 될 거라고 말씀하셨습니다. И мы всех людей обогащаем, которых встретим. 그리고 하나님께서 우리에게 모든 걸 주셨다고 말씀하셨습니다. И даже ты сказал, что ты дал нам все необходимое. 우리를 진리로 자유케 하신 부분을 감사드리고. Благодарим за то, что ты сделал нас свободными истиной. 이제는 하나님의 일꾼으로 당신만 섬길 것을 생각할 때 소망스럽습니다. Есть огромная надежда, когда думаем о том, что мы, будучи слугами, будем служить только тебе. 우리의 삶이 당신 앞에 있습니다. Наша жизнь находится перед тобою. 주님의 홀로 영광을 받으시옵소서. Да прославится имя твое, Господь. 우리 주 예수님의 이름으로 기도했습니다. молился во имя нашего Господа Иисуса Христа. 아멘. 아멘.